Вітаю в прямому ефірі. Тема дня. Я Федір Бондар. Оприлюднені дані підсумки дослідження Transparency International Ukraine щодо прозорості інвестиційного сектору стан найбільших міст України. У цьому рейтингу Миколаїв посів 45-те місце. Про причини саме такого результату, про те, що можна змінити, яким чином, ми говоримо з нашими сьогоднішніми гостями. Це Артем Ващеленко, голова Української асоціації центрів підтримки бізнесу. Вітаю. Валерій В'єтров, представник громадської ради при Державній регуляторній службі України. Вітаю вас. Ми готові приймати ваші дзвінки за телефоном в студії 76-92-33. Ви будете періодично бачити його на екранах. Працюватимемо вже ми трошки менше, ніж 25 хвилин. Ну, спочатку можемо проілюструвати, хоча б так побіжно, карту, саме на якій позначені оцінки щодо рейтингу прозорості. На першому місці Івано-Франківськ, на другому – Київ, на третьому – Вінниця. Миколаїв нижче і бачите зовсім в іншій зоні за оцінкою. Це лише один з показників. Тут з 20 можливих максимум був 15 у Івано-Франківському, Миколаєва 6. Поруч Одеса більше 10 оцінка. Наскільки справедливі дані? Ну, я знаю, що ви ознайомилися із результатами досліджень. Будь ласка, по черзі. Коротенько, хоча б наскільки справедливі дані. Ну, в первую очередь, безусловно, Transparency International – это уважаемая, это респектабельная структура, которая проводит подобные исследования практически по всему миру. Поэтому это как раз те данные, на которые, конечно, можно опираться. И, в принципе, когда системный инвестор принимает решение идти в ту или иную территорию, как раз вот на такие показатели, на рейтинговые информацию он и обращает внимание. Поэтому действительно... Это не просто оценка, это еще и подстава для того, чтобы... Это практически полезный инструмент, которым инвестор... Это довідник своего рода. Конечно. Инвестор, принимая решение, на какой территории ему возможно расширять производство, возможно реализовывать проект, или откликнуться, возможно, на какое-то предложение, если кто-то из партнеров или местная власть был активен в предложении различных проектов. Поэтому да, это рейтинг прозрачности инвестиционного сектора. То есть фактически сегодня потенциальные инвесторы, как отечественные, так и иностранные, смотрят и оценивают власть того или иного населенного пункта, в данном случае города Николаева, как партнера. А вообще, есть у нас разговор на одном языке? А готовы ли к этому диалогу? Соответствует ли то, что вы там декларируете, тому, что происходит у вас на самом деле? Поэтому очень многие параметры, по которым оцениваются города в рамках вот такого исследования, это параметры работы как раз исполнительной власти в инвестиционной, финансовой сфере и в сфере управления. Понял, Владимир. Да. Ну, безусловно, вот та возможность, которая была и у меня, и у Артема, когда мы бывали в разных странах, и мы встречались с органами власти, свидетельствует о том, что вот везде есть такое понимание, что миссия власти – это привлечение и удержание бизнеса. То есть все структуры, все подразделения нацелены на это. И я уже говорил, что у них обычно аппаратные начинаются с того, сколько бизнесов привлечено, сколько ушло из региона, или из штата, или из города. Это основной вопрос. У нас, к сожалению, это все, ну вот, больше так, больше деклараций. Я возьму вот, есть такая рейтинг, который проводился с 2000-2008 года, это развитие предпринимательства, инвестиционная деятельность. Так вот, мы видим на схеме вот эта выделенная черта, которая свидетельствует о том, где была Николаевская область. То есть фактически за все... Покажите черту. Кривая, так знаю. Да, вот это кривая. То есть посмотрите, с 2000 года по 2008 мы не выходили из лидеров по 35 показателей, в том числе и по прозрачности. В 2002 году мы вообще были в лидерах, уступив только Киеву, были на втором месте. Так как в это время мы работали, я могу сказать, что происходило. Во-первых, у нас было принято рекордное... Мы, нагадайте, будь ласка, кто самый мы? Мы, я имею в виду, в свое время я был представитель госпредпринимательства. Артем Николаевич был депутатом в это время, он был, в общем-то, и общественные должности вознял, но мы все время сотрудничали. Это была городская власть, это была областная власть. То есть мы работали, и в это время
у нас как бы было принято рекордное количество решений для бизнеса. Причем многие из них потом стали на государственной политике. Те же единые офисы, как сейчас вот СНАПы, в то же время там куча касалась открытых реестров. То есть у нас была ситуация, при которой мы делали все для того, чтобы Николаев был выделен для инвестиционной привлекательности. И это действительно, это же не то, что кто-то придумал, было 35 показателей, по которым мы, в общем-то, определялись. И при том, что из всех этих 100 решений, это и на уровне города, и области, я не могу сказать, что они все выполнялись 100%, все-таки не все выполнялось, но учитывая то, что был контроль, проводились аппаратные, проводились на коллегиях всегда, вопросы эти заслушивались, там замы, вернее, главы районов, мэров, они всегда отчитывались, поэтому, то есть была создана такая среда, при которой, в общем-то, действительно что-то двигалось в этом направлении. Поэтому, в принципе, понятно, что делать и как делать, понятно. То есть нужно просто все это осознать и, в общем-то, это реализовывать. Поэтому все абсолютно очевидно, за последние годы все это упущено, у нас очень много, вот мы сегодня общественными советами встречались на коллегии, у нас много решений выполняются формально, власть достаточно формально к этому относится, то есть происходит, мы об этом говорим и на национальном уровне, то есть идут какие-то отчеты, областные администрации отчитываются центральным органам власти, центральные органы власти отчитываются на Кабмине, и как бы мы постоянно спорим с Министерством экономики, когда мы говорим, смотрите, не выполняется то законодательство, бизнес не ощущает. Нам Нефедов, замминистра, пишет, а посмотрите, у вас все замечательно, вот у нас отчеты. Мы говорим, бумага есть, отчеты есть, но фактически реформы люди не ощущают, все больше это похоже на имитации реформ. Поэтому, безусловно, понятные причины. И, в общем-то, есть над чем работать, но просто нужно начать заниматься конкретно реформами. И мы говорим о том, что вот то, что мы сегодня привлекаем и общественные советы, нужно понимать, что реформы просто самим административным аппаратом, они никогда не будут реализовываться. Необходимо включение общественности, общественных институтов, и только в этом случае можно достичь эффекта. Неужели у нас не вистачає громадських рад? При управлениях и взагалі при органах місцевої влади. Давайте как бы мы, я вот хотел бы немножко закончить мысль, которую начал Валерий Евгеньевич, тут ретроспективы, что работало и что нужно для того, чтобы это снова работало в Николаеве. Напомню, вот именно в этот период, да, значит, в принципе, у нас в городе была принята совершенно другая философия. То есть это было время, когда Николаев действительно транслировал как бы свою миссию как город свободного предпринимательства. Это было определено не только на уровне концепции, то есть это был принят стратегический документ, который назывался, значит, «Николаев, город свободного предпринимательства», и под это уже были выстроены целый ряд действий, которые предпринимала в том числе и городская власть, которые вот давали такой результат. Сегодня что мешает и что можно было бы сделать? Опять-таки, нужно вернуться к философии, к пониманию того, что, опять-таки, Валерий Евгеньевич только что об этом сказал. Основной показатель эффективности работы исполнительной власти и органов местного самоуправления в том, сколько мы создали новых рабочих мест. А новые рабочие места появляются где? В новых бизнесах. То есть сколько бизнесов мы создали, сколько нам удалось сохранить бизнесов, потому что мы понимаем, что сегодня на самом деле идет конкуренция. Сегодня другие регионы, вот мы только что говорили, да, вон они в пятерке. Эти регионы более интересные, и николаевские предприятия уходят отсюда. Поэтому в первую очередь принять для себя, для городской общины, для себя как план действий и транслировать это вовне, что Николаев – это город благоприятный для инвестиций. Я думаю, трансляції буде замало. Як це зробити фізично? Або зацікавити владу, або поставити в такі умови, коли інакше не можна працювати. Ну, давайте так. Заінтересувати власть – це таке, в принципі, ті люди, кого ми з вами вибираємо і делегуємо їм на некоторое время право від нашого імені, як граждан, осуществляти там определенные властные функции, мы от них априори ждем, что они это будут делать в максимальных интересах общины. Соответственно, в первую очередь экономических интересов, да, формируя благоприятные условия для ведения бизнеса вот у нас здесь, в нашей территории. Поэтому заставить власть, фактически, да, вот нам сейчас приходится, вот в период между выборами, вот скоро начнутся выборы, нам все будут рассказывать, что они за людей и за бизнес. При этом вот результат. Поэтому заставить власть,
это вот одна из, ну, скажем так, тем, да, из того, чем занимаются в том числе общественные советы, о которых мы говорили раньше. Много ли в Николаеве общественных советов? Нет, к сожалению, общественные советы появились в последнее время. Благодаря вот тому инструменту, который опять-таки, благодаря и сотрудничеству с государственной регуляторной службой и той нормативным использованием полноценным, даже той нормативной базы украинской, которая есть. То есть действительно в острых местах, то есть там, где проблемы, там появляется общественный совет, там появляется инициатива, там с одной стороны бизнес, с другой стороны горожане говорят, ребят, так дальше жить нельзя. Сегодня тормозится чиновниками совет по ЖКХ. Почему? Колоссальный рынок. Огромные возможности для различной формы компаний на этом рынке. Значит, мы понимаем, да, что это фактически сотни миллионов. За них идет борьба, и независимый, состоящий из людей незаангажированных, орган общественного контроля не нужен. При этом, условно говоря, по рынку недвижимости наиболее острые вопросы – это процедуры, связанные с землей. Николаев, опять-таки, в числе задних по всей стране, по количеству, по инвестициям в строительство, предпоследние. Понимаете? То есть мы создали в городе такие условия, что неинтересно в Николаеве инвестировать в строительство. А строительство – самый яркий показатель. Посмотрите, сколько по городу строительных кранов, и вы увидите, что их почти нет. Поэтому общественный совет рынка недвижимости сегодня демонстрирует востребованность вот таких вот решений. И сегодня активно мы вместе с коллегами участвуем в том числе в пересмотре процедур. Вот тех процедур, скажем так, публикация которых, публикация проектов, которым является показателями вот этих рейтингов. Из вот этих вот параметров и состоит вот этот инвестиционный имидж. То есть привести в порядок в первую очередь местное регулирование. Чи можна сказати, що міська влада взагалі вас не чує, не розуміє і ви не бачите бажання? Ну, давайте ми скажемо об'єктивно. Сьогодні в городській владі є определенний конфлікт. Тобто є городський голова, з яким нам удається вистраювати понятний діалог. Значить, городський голова йде навстречу, собственно говоря, по инициативе общественных советов, предпринимательских объединений, да, появился целый ряд поручений, которые уже вот в процессе реализации. При этом городской совет, у них с одной стороны конфликт с городским головой, с другой стороны у городского совета... Вы имеете в виду депутатский корпус? Да. У городского совета, у депутатского корпуса, ну, собственно говоря, проблемы с коммуникацией вообще с общиной в целом. Вот. И пример этому наглядный, опять-таки это один из показателей инвестиционной привлекательности города, программа поддержки предпринимательства. Вот чтобы мы все понимали, это один, практически один из немногих инструментов, да, каким образом власть могла бы стимулировать экономическую активность. Программа поддержки предпринимательства принимается раз на два года. Так вот программа на 2017-2018 год была принята в декабре 2017. То есть она год не работала. Она принята в декабре 17-го, в 18-м почти не финансировалась. То есть даже вот эту деятельность элементарную. Просто там, это не приоритет сегодня. Там передбачены какие-то важные конкретные эти программы? Конечно. Программа предусматривает в том числе и пересмотр процедур, но в первую очередь регуляторных документов, которые определяют порядок передачи в собственность там, или в аренду земельных участков, доступ к коммунальному имуществу для бизнеса и так далее. То есть вот как раз эти процедуры сейчас пересматриваются, но, к сожалению, не по инициативе, скажем так, исполнительной программы, а по инициативе общественных советов, фактически бизнеса, который говорит, ребята, все, мы не можем, давайте уже что-то делать. И, ну, опять-таки, городской голова идет навстречу, появляется рабочая группа. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем показать в сравнении вот маршрут, который сейчас, да, месяца и кипы документов, и, в принципе, то, что сегодня написано в украинском законодательстве. 30 дней и 4 документа на входе. Вот как должно быть. Зараз запропоную ще невеличкий фрагмент відео. Одним з... Просто потім не встигнемо, мабуть, до цього повернутися питання. Одним з критеріїв оцінки міст була і інформативність... скажімо так, цифрових платформ, на яких місто пропонує свої можливості. Ось ви зараз бачите фрагменти із інвестиційного сайту Івано-Франківська, саме того міста, яке посіло перше місце. Ну, не те, щоб щось таке тут було геть чудернацьке і нереальне, але, тим не менше, є інформація, по-перше, є окремий сайт
безпосередньо присвячений інвестиційним можливостям і тому, що вже зроблено. Тут в тому числі перелічені і стартапи, в яких брали участь івано-франківські фахівці, студенти, науковці. І в тому числі доволі цікаві представлені і навіть новітні технології, можна так сказати. Можливо, десь вони не виглядають серйозно, як, наприклад, зараз от має бути розумна подушка, котра допомагає людині там багато функцій додаткових. Але є і конкретні програми транспортні, туристичні, путівники, ті, що допомагають у дуже реальних, конкретних справах. Ну, у Миколаєві поки що немає такого сайту, можливо, все ж таки з'явиться, але, мабуть, це не перше, що зараз наразі і на часі для Миколаєва. Я пропоную пробіжатися по основних параметрах, які представлені, за які, власне, ставили оцінки, в тому числі Миколаєву. І одразу вказані рекомендації, тобто те, що слід виправити таким чином. От, наприклад, щодо інформації про роботу органів місцевої влади. Рекомендація. Слід оприлюднювати всі проекти рішень виконавчого комітету за 20 робочих днів. Ну, це стара тема, яку порушували, звісно, періодично на сесіях Миколаївської міської ради, коли або з голосу, або буквально перед засіданням питання озвучуються і... Дуже складно, в принципі, гарантувати, так, що там не виконуються чиїсь інтереси, не захищаються, не лобіюються і тому подібне. Тобто, зрозуміло, чому це оцінено таким чином. Потрібно припинити практику доповнення порядку денного та оприлюднювати всі питання, які вносять на пленарне засідання, за 10 днів. Тобто, за 20 мають вивішені бути, за 10 днів вже оприлюднений порядок денний. Зрозуміла вимога. Закупівлі. Потрібно систематизувати та надати доступ на веб-сайті Ради до інформації про всі закупівлі, здійснені підпорядкованими комунальними органами, установами та підприємствами на суму до 50 тисяч. Тобто всі дані про цих, хто здійснював ці закупівлі. Давайте коментувати по цьому критерію. Ведь на самом деле ринок бюджетних закупок – это мільярди гривен в городе Николаеве. И когда мы говорим об инструментах, как можно поддержать, условно говоря, местный бизнес, дать им в том числе и доступ к участию в закупках здесь же, за местный бюджет. Чем можно, знаете как, кто-то пытается спрятаться, сказать, ну вот же есть Прозоро. Прекрасно. Никто не мешает на информационном ресурсе городского совета иметь отсылочную информацию и показывать, что сегодня коммунальные предприятия будут закупать вот это. Процедура тендеров там. То есть это вот как раз вот те элементы диалога. Вы когда сказали, что вот, может быть, портал не на часе. Послушайте, это точно такая же составляющая готовности города, нас как общины, уже ставим, давайте, власть в стороне, нас как общины говорить с инвестором, во-первых, на понятных ему, на понятном ему языке, во-вторых, показать себя с хорошей стороны, во-вторых, что-то предложить. Ну почему Николаев лучше, чем другой город? А потому что у нас есть это и это. И мы для этого делаем то-то и то-то. Поэтому ну вот эти аргументы, они должны быть в первую очередь, в том числе и на таких информационных ресурсах. Я маю на увазі, можливо, не на часі, тому що це має бути продовженням якихось певних кроків і рішень. Тобто спочатку треба вирішити це робити, так, а потім уже будуть і програми, конечно, інвестиційні і створення того ж самого сайту. Житлова політика. Слід запровадити електронну реєстрацію на покращення житлових умов та оприлюднити протоколи комісії виконавчого комітету житлових питань. Тобто це йдеться про квартирну чергу, про відкритість тієї самої. Здавалося б, до чого тут бізнес, але житло, мабуть, всіх турбує. Так. І якщо хоче якесь підприємство сюди своїх людей завести, то вони мають знати, а де вони житимуть, які взагалі для цієї можливості. І це один з критеріїв так само. Це так? З одної сторони. Кроме того, це, опять-таки, це показатель ефективності роботи органів власті. Тобто, яким образом, в тому числі, рішається і соціальний блок питань. Тобто, це к фактору того, що ви надіжний партнер або ні. Бюджетування та контракти. Для покращення позиції потрібно організувати оприлюднення інформації про розподіл видатків бюджету по об'єктно в зручному для мешканців вигляді, а також ухвалити бюджетний регламент. Ну, ви знаєте, опять-таки, от скільки раз в Николаєві були і наші партнери з інших регіонів, і ми з вами смотрели опыт, як це делается в європейських странах.
Безусловно, на самом деле есть очень несложные сегодня технологии, которые позволяют элементарно на Google карту города наносить маску с локацией объектов, которые сегодня ремонтируются или возводятся за средства бюджета, с короткой информацией о состоянии, там, в процессе выполнения проекта, стоимости и так далее. И горожане будут видеть. Это элемент доверия. Вот мы, горожане, если мы видим, что для нас делает сегодня городская власть, и городской совет, там, и исполком, и городской голова, мы доверяем. То есть мы видим, вот, там, 50 объектов сейчас строятся на общую сумму, там, 700 миллионов гривен. О, нам понятно, вот они где происходят. Не верю, прийду, посмотрю. Бюджетування, а так, це було гранти і виділення фінансів. Ну, тобто продовжується контроль за виділенням бюджетних коштів. Слід оприлюднити списки громадян, яким було надано матеріальну та іншу допомогу, а також списки громадян, яким було відмовлено. Смотрите, вот к предыдущему вопросу по вообще прозрачности работы с местным бюджетом. Значит, тот же экспертно-общественный совет, фонд развития города Николаева Михаила Золотухина, активно последних порядка 5 лет ведут мониторинг исполнения бюджетных программ. Ну, собственно говоря, уже много перьев сломано, да, много обращений написано. К сожалению, очень медленно программно-целевой метод, опять-таки, это то, что сегодня предусмотрел уже для нас законодатель. Постепенно, вот он очень медленно в Николаеве внедряется. При этом мы ведь ожидаем, что наши средства будут расходоваться в наилучший способ, да. И сегодня общественные советы выступили с инициативой провести в Николаеве впервые вообще за годы независимости открытые бюджетные слушания по бюджету 17, 18, 19 год. Итоги 17, 19, 18 и план на 19 год. Ну, сегодня, если так говорить, мяч на поле городской власти и инструмент общественных слушаний, то есть открытого обсуждения с общиной ситуации в бюджете, определение приоритетов, ответить на, наверное, неудобные очень многие вопросы. То есть если мы к этому готовы, такие слушания должны в городе состояться. И я думаю, тогда это, опять-таки, это фактор вот к улучшению институционной привлекательности, к открытости и готовности транспарентно действительно работать, в том числе со средствами бюджета. Потому что любой инвестор, понимая, что он будет наполнять этот бюджет, он хотел бы понимать, честно ли деньги, которые он вносит в бюджет нашей общины, будут использоваться дальше. У нас залишається 2 хвилини, ще є кілька пунктів, котрі хотілося б обговорити. Ну, тут йдеться про прозорість вирішення соціальних питань, соціальної допомоги, в тому числі про відкритість кадрової політики, професійна етика та конфлікт інтересів, тобто інформацію, повинна бути відкрита інформація про конфлікт інтересів чи неетична поведінка службовців або депутатів, землекористування та будівельна політика, про що трошки вже говорили. Потрібно задіяти систему електронної реєстрації, дозволів на встановлення тимчасових споруд, мафів та раз тощо. Логічно, і тут, в принципі, ну, тут нечего добавить. Опять-таки, ми говорили всегда о том, что правила должны быть одинаковые для всех. Опять-таки, посмотрите по вот информации Transparency, многие регионы проводят открытые аукционы даже на сезонную торговлю. В Николаеве не было такого никогда. С трудом пытались составлять хотя бы какие-то карты, локации, чтобы как-то снимать этот конфликт. Кто контролирует уличные точки, тот... Електронні аукціони згадуються і як необхідна умова для впорядкування ситуації з комунальним майном. І комунальні підприємства. Слід створити наглядові ради комунальних підприємств, замовити та оприлюднити незалежний зовнішній аудит. Это опять-таки к вопросу расходования средств бюджета, о том, каким образом коммунальные предприятия, в котором мы с вами как община являемся совладельцами, да, каким образом они функционируют, каким образом они осуществляют закупки, а эффективно ли они работают. Поэтому, безусловно, вот это и есть факторы вот такой вот открытости и готовности к диалогу. Участие общины, представителей громады, в том числе и в наглядовых органах. Нет у нас этого. Я вам пропоную дуже стисло, по 20 секунд буквально, що необхідно зробити найближчим часом для того, щоб ситуація покращилась саме в цій сфері, можливо, наблизилась до того, що було в 2000-х. По 20-30 секунд. Ну, безусловно, ми вже говорили всі механізми і рекомендації, які повинні бути. Ми повинні зрозуміти, що Николаев сьогодні – це город, який, в общем, знаходиться вокруг інших городів, і інвестор, який хоче сьогодні прийти вести бізнес, прежде всього, він в інформаційному полі, він повинен побачити вот
те преимущества, которые мы хотим предоставить. Вот такой должен быть подход. И все. И если мы сможем создать эти преимущества, естественно, он будет вести здесь бизнес, приходить сюда. То есть эти преимущества нужно сформулировать, сделать свою домашнюю работу, подготовив правовое поле, подготовив информационное. Мы живем в информационном обществе. Если этой информации нигде нет, значит, это не происходит. Поэтому домашняя работа, регуляторная среда, готовность города к диалогу, а главное понимать стратегию и формулировать ее. То есть Николаев город с самой протяженной береговой линией, безусловно, это город с морской стратегией, и об этом тоже нужно говорить, понимать, транслировать это инвестору. Дякую вам, дякую за цю розмову, дякую всім, хто був з нами, побачимось.